Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Булочка, заснула моя кошечка, набегалась. Сегодня у нас 20 февраля 2022 года. Буду сажать на рассаду помидор золотой гребешок. Он относится к числу зеленых. Плоды мясистые, не раскрестливаются, сладкие, с фруктовым ароматом, высокорослые. Фирма Гаврич. Семена у нас свежие. Так, я обрезала, доставала семена, и здесь вот было у меня, и я обрезала. Ладно, это среднепозднее, начинаю с поздних сортов. Потом, а ранее, по-видимому, буду где-то уже в конце марта сажать. Для теплицы. Это я для теплицы. Подписала. Контейнер у меня... Земля в контейнере обработана уже кипятком, влажная. И сделала я всего 6 углублений. Посажу всего 6 семечек. Ну, сколько с них взойдет и вырастет, мне лишь бы не меньше 2. Мне не нужно много, так как это для теплицы. И хочу посадить пораньше. Очень красивые. Я вообще обожаю вот такие зеленые помидоры. А сердцевидные они вообще объедение. Ну что? Пачечки, здесь их 30, было 4 штучки. Но я уже посеяла такой контейнер на канал на Дзен. У меня есть канал «Живи, радуйся». Ну ладно, будем сажать. Буду сажать по одной семечке экономно, потому что этот золотой гребешок я еще буду сеять не раз. Семена очень уж мелкие. Даже в руки не возьмешь. Сейчас аккуратненько покладу. Так, 6 штучек и присыплю. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Посадила я помидоры. Золотой гребешок. Здесь он заклеила скотчем. И теперь, когда дойдет очередь уже в конце марта. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания, до новых встреч. А вот моя красавица. Все утро бесились. А теперь у Лёшку спать улеглись. Ну и покажу сейчас, где я ставлю свою рассаду. Вот здесь, в этой комнате, я буду выращивать. Как прорастет, отнесу к сыну. Здесь я вот уже посеяла перчик. Здесь у меня земля обильно полита, я сделала дырочки. Ну а здесь ничего не делала. Это вот золотой гребешок. Пока, мои дорогие друзья!